Юрий, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте, девушки. Юрий Воскресенский, 44 года, родился в Минске. Политическую деятельность начал еще в СССР в должности первого секретаря ЦК. В сентябре 99-го вышел из рядов партии. В 1998 году с отличием окончил частный институт парламентаризма и предпринимательства. В 2002 году заочно-экономический факультет Белорусского государственного университета. Прошел обучение в аспирантуре отделения политологии юридического факультета Белгосуниверситета. В 2010 году был избран в Минский городской совет депутатов. По окончании депутатского срока ушел из политики в бизнес. В мае 2020-го стал координатором штаба кандидата в президенты Виктора Бабарика. Сегодня называет себя переговорщиком между действующей властью и оппозицией.